мандариновое дерево сзади меня. Посмотрите, как произведена грамотно обрезка. То есть вот здесь вот был загущен очень ствол. Мы когда сюда приехали на этот объект, здесь были как джунгли. Ну, как правило. Потому что здесь очень быстро растет зелень, растет трава очень быстро. И поэтому вовремя все делать. Если нет, то буйно так начинают расти, и потом очень сложно как-то привести красивый такой вид, эстетически более какие-то правильные формы соблюсти. Причем вот видите, что достаточно крупные были ветви, вот по срезу видно. В нашей местности нет дождей в это время, поэтому солнцем продезинфицировалось, раскрыто было. Вот я сейчас вам покажу, наверху смотрите. То есть вы видите, что середина, вот прямо сейчас завожу, середина, вы видите, по краям у нас есть ветки, а середина у нас открыта. Для чего это все делается? По одной простой причине. Для того, чтобы солнце проникало и дезинфицировало ствол. Иначе начнутся неприятные болезни у дерева, поэтому лучше это все предотвращать. Убирать лишние ветви, убирать те, которые загущают, то есть если две, допустим, друг на дружке и не дают проникнуть воздуху, не дают проникнуть свету, разряжать. Вы его формируете зонтиком. Я в одном из ранее из видео показывала уже, как формировались оливковые деревья. И сейчас здесь показываю на примере, как сформированы мандариновые, апельсиновые деревья и лимоны. И еще мюзмула. Вот там я вижу. Сейчас еще мюзмула покажу. Также формируется и мюзмула вот таким вот красивым. То есть, когда дерево подстрижено, оформлено, оно, во-первых, даст больше урожая, он будет крупный, он, дерево не будет болеть. И вот здесь мюзмула. Посмотрите, это уже очень хорошо проведена обрезка. Раскрыли самый центр, и сейчас он действительно в виде зонтика. Там целый шарик такой стоял. Для фруктовых деревьев это совсем нехорошо, если не будет проникать на ствол и обрабатывать солнце, не будет ветер продувать. У дерева могут начаться болезни неприятные, которые впоследствии с которым придется бороться. Каким образом делаем дальше? В принципе, все. И дальше пойдем посмотрим. Это дерево грецкий орех. Точно так же открыли. Надо было заснять до и после, потому что до это реально были джунгли непроходимые. Вообще непонятно было, где какие деревья. Сейчас мы будем смотреть, какой урожай будет в следующем году. Надеюсь, очень большой и вкусный. Еще какие покажу на примере. Так, вот это вот, по-моему, апельсин. Вот они уже небольшие, зеленые. Оливковые деревья. И вот точно так же там сформированы сзади меня. Обрезка здесь проведена очень грамотно, очень правильно. Будем ждать богатого урожая в следующем году. С вами была Георгиевская Татьяна, и до новых встреч на канале Тати Гео. И я уверена, что ландшафтному дизайну можно научиться. Любите свои растения, следите за ними. До новых встреч, пока-пока.